Вот, смотрите, эта морщинка ушла, межбровка разгладилась, бровки взлетели и раздвинулись. Девочки, привет! Сегодня мы будем убирать морщинку гордецов и межбровные морщины. Я вам покажу несколько приемов. Обязательно делайте их все по порядку, потому что мы будем вначале мышцу напрягать. Обычно я не люблю напрягать мышцу, но здесь придется. Это видео я снимаю по вашему запросу. Вот вы мне написали, попросили сделать видео от морщинки гордецов. И я решила снять, поэтому обязательно пишите в комментариях, что вы хотите, какие у вас проблемы, и я буду по вашим проблемам снимать видео. А сейчас поставьте, пожалуйста, отметку «нравится», можете «не нравится» поставить. Обязательно подпишитесь на мой канал, кто еще не подписан. Пересылайте видео своим подружкам, чтобы они тоже были красивые. Девчонки, когда мы ставим отметки «нравится», то YouTube больше показывает видео, и тогда больше людей их увидят, и больше людей станут красивыми. А сейчас начинаем. Смотрите, первое упражнение у нас будет силовое. Вообще я их не люблю, но придется сделать, потому что вот здесь вот у нас есть такая мышца, она называется мышца гордецов. Она вот так вот у нас идет, и в спазме она нам дает вот такую вот поперечную морщинку. Здесь у нас в бровь вплетаются мышцы, сморщивающие бровь. И в спазме они вот так вот собираются, здесь кожа собирается, и у нас образуются вертикальные морщинки. Когда мы хмуримся, щуримся, вот у нас образуются в стрессе, когда мы часто находимся, у нас образуются эти морщинки даже ночью. Часто мы, не зная этого, щуримся, хмуримся, и вот от этого у нас морщинки. То есть мышца приходит в спазм, нам ее нужно расслабить. Но ее нужно привести в норматонус. Для того, чтобы привести мышцу в норматонус, мы применяем прием постизометрической релаксации. То есть мы ее сначала напрягаем, потом расслабляем. Вот в норматонусе мышца, она когда может напрячься, расслабиться. А если мышца в спазме, она напряглась, сжалась и уже не может расслабиться. Мы же будем ее приводить в норматонус. Смотрите, сначала попробуйте вот так вот нахмуриться, нахмуриться, нахмуриться. Все мы умеем хмуриться. А теперь мы зафиксируем основанием ладошки вот это место. Зафиксировали и хмуримся. Вот так зафиксировали. И пытаемся нахмуриться. То есть, видите, ладошка не пускает вот это вот место, нахмуриться мы не можем. Мышца, она напрягается, а видите, а на самом деле не образуется межбровка. Смотрите, продолжаем хмуриться, 5 секунд хмуримся. Отпустили. Еще раз, 5 секунд хмуримся и держим. Отпустили. А теперь смотрите, мы нахмурились, держим. И сдвигаем ладошку вверх. И постепенно расслабляемся, уже не хмуримся. Делаем это медленно. Надо протопиться ладошка, видите, во внутренней ткани, и медленно это делать. И еще раз продвигаемся вверх, медленно протопились во внутренней ткани. И медленно, медленно продвигаемся. А теперь подключаем вибрацию. То же самое с вибрацией. Два раза без вибрации и два раза с вибрацией. Вибрации хорошо расслабляют мышцы. Вот видите, лобик сразу разгладился. А теперь смотрите, что мы делаем. У нас вот здесь вот есть круговая мышца глаза. Она тоже спазмируется. И она тоже вот здесь вот, вот в этом месте приходит спазм и тоже участвует в формировании вот этой вот морщинки гордецов. И мы будем расслаблять эту мышцу. Вот здесь вот, смотрите, поставили пальчики, протопились вовнутрь и расслабляем мышцу. По орбитальной косточке движемся. Вот видите, по орбитальной косточке. То есть мы подушечками пальцев протопились вовнутрь и по орбитальной. Делаем так 3 раза. Легонько протапливаемся вовнутрь. И теперь мы еще расслабляем дополнительным вот таким вот движением пальчиками эту мышцу. Делаем так приблизительно 20-30 секунд. Легонько. Вы почувствуете, как прямо вот здесь вот мышца онемела. Она в таком состоянии ботокса пришла. Дальше мы расслабляем межбровку. Смотрите, нам нужно прощипать бровь, потому что в бровь вплетается мышца, которая сморщивает бровь, как я говорила, и создает нам межбровную морщину. Прощипываем так бровь.
всю бровку 3 раза. Прощипываем. 3 раза. И вы увидите, как бровки прям начинают раздвигаться. Дальше, смотрите, мы поставили пальчики, согнули вот так крючочками и протопились вот здесь, вот в это место, где у нас межбровка. Протопились вовнутрь и раздвигаем. Девочки, я вам показываю, а вы поставьте локти на стол, вот так вот на стол поставьте, чтобы шея не напрягалась, шея не должна напрягаться. Я не ставлю локти на стол, чтобы вам было видно. Протопились вовнутрь и раздвигаем. Еще раз. Делаем так. От 3 до 5 раз. Раздвинулись бровки. Видите, межбровка уходит. Следующее упражнение. Смотрите, нам нужно пальчики как бы провернуть. То есть мы опять протопились вот сюда в область межбровья. И вот видите, вот так вот пальчики проворачиваем. То есть мы раздвигаем складку межбровную. И протопившись, опять крючочками проходим до середины бровей. Еще раз. Делаем так 3 раза. Еще раз. То есть мы протапливаемся. Еще раз. Дальше мы делаем, вот смотрите, вот такой вот паровозик, расслабляем межбровку, легонько-легонько паровозиком. То есть нам нужно мышцу расслабить. Мышца расслабляется, и кожа, она растягивается, и кожа на ней разглаживает. А теперь нам нужно вот так вот протопиться, делаем упражнение ботокс. Мы вот так протопились, хорошенько в мышцу протопились, пальчики глубоко в мышцу. И смотрите, мы раздвигаем их в разные стороны, то есть мышцу растягиваем в разные стороны. Вот так. И это упражнение мы делаем 3 раза. Кстати, вот это упражнение очень хорошо делать перед сном, потому что оно расслабляет хорошо мышцу лобную, расслабляет лоб и расслабляет наше сознание. И расслабляет нервную систему. Будем хорошо спать 3 раза. Вот, смотрите, эта морщинка ушла, межбровка разгладилась, бровки взлетели и раздвинулись. И будьте такими красотками. Девочки, обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте отметку «нравится» либо «не нравится». И пишите в комментариях, какие следующие видео снять для вашей красоты. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео. Оставайтесь на моем канале, пересылайте подружкам. И под этим видео я буду оставлять еще ссылку на свою студию йоги для лица. Обязательно смотрите, интересуйтесь. Мы проводим живые тренировки, бесплатные. Присоединяйтесь на них. Будьте красивыми. Люблю вас.